Слушай, это не твой баул? Юра, это не баул. Это кейс, между прочим. В переводе с английского «Чудо чемоданной техники» 2000 года. Это потрясающая вещь. Потрясающая? Да. А ну-ка, потряси ее. Может быть, выпадет что-нибудь. Юра, не надо издеваться. И не надо завидовать. Ты знаешь, что он может? Он, между прочим, может выдержать до 100 килограмм, даже больше. Я, между прочим, взял немножко ваши вещи. А, знаю, да, знаю, знаю, мужик. Ну, для испытаний, ребята, я потом отдам. Итак, смотрите, внимание. Аля-а-ба-да! Видали? Даже ручка не помялась. Три замка. Обратите внимание. Система хрен откроет. Да, ты лучше скажи, где ты его взял. Я не украл. Не надо эти намеки. Я заработал честным горбом. Я прыгал на презентации в одной фирме. Фирма общеизвестная. Но вы понимаете, очень нищие, потому что на 200 человек гостей у них деньги есть, а на одного Мартышкина нет. Вот и отдали мне своей продукции. Слушай, а ты знаешь, что через пару дней день рождения зоопарка? Нет, а что? Тебе там нужно обязательно выступить. Почему? Да потому что они расплачиваются бегемотами. Валик, Валик, ну не надо вот это вот издевательство, спасибо. Да ты лучше посмотри, вон, даже есть наручник для руки. А чего он что, арестованный? Чтоб некоторые не украли. Берешь наручник так. Никакого обмана. Раз и все. Актеры на выход в сериал. Актеры, мальчишка, заканчивай свою рекламную кампанию. Давай, отстегивайся от своего сейфа и пошли работать. Пошли, пошли. Юра, я не могу. Не могу, у меня не отстегивается. А где ключи? Ключи? Ой, господи, я не знаю, у меня не было никаких ключей. Слушай, ты обалдуй ненормально, а как ты теперь отстегнешься? А понятия не имею, господи. Ну, Мартышкин, пиши пропало. Теперь придется тебе учиться, жить, бороться и умереть вместе с этим чемоданом. Валя, а может, все... топориком? Каким топориком? Это же кейс. В нем же миллионы носят, топор его не возьмет. Нет, я руку имею в виду. Лучше голову. Вот почему от тебя все время какие-то неприятности, а? Вот что ты за человек? В общем так, Мартышкин. Ты сам втюхался в эту историю, вот сам ее и расхлебывай. Бери чемодан и пошли работать. Так как его возьму, он же более 100 килограмм весит. С ума сошли, что ли? А надо было качаться, я тебя предупреждал. Сейчас бы пригодилось. Все, правильно, давай, 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 Мартышкин, давай. И, ребята, последнее слово прикованного. Я прошу, выбросите меня из сценария. Нет уж, никогда, Мартышкин. Сценарий для актера это святое. Валик, рано, бери, Валик. Валик, но есть исключение из правил, ребята. Никаких исключений, ты нас... Бери, тяжелые, пошли! Ты у нас умники, ты на что-нибудь придумаешь, давай. Да, ну прекратите мне делать муму, ребята, я вас прошу. Ну что за глупость, ребята? Ну ты пошли, Странно. Что-то мистер Холмс сегодня по началу шахматной партии. Одно из двух. Либо он занят каким-то очень важным новым делом, либо он, как всегда, валяет дурака. Ну вот я так и знал, что второе более вероятнее. Ну... Да что у вас там в конце концов, мистер Холмс? Судя по весу, там у вас неопровержимые железные улики. Ты как ни странно, Ватсон, но вы угадали. И знаете, только это не железо, это золото. Что вы говорите? И бриллианты. Королева знает меня как самого неподкупного сыщика всех времен и народов. А в этом Букингемском дворце вечно воруют. Поэтому она... передала мне все свои ценности. Тех времен, пока к власти не придут, честные люди. Значит, Холмс, этот чемоданчик будет всегда у нас, да?
Ватсон, если вы знали, какие сокровища здесь лежат. Корона викингов. Золотой меч Ричарда, его львиное сердце. Напупный крест ясмитского аббата. Сыпаны изумрудами и табаком. Ух ты, Холмс, а вы мне дадите посмотреть? Ни в коем случае. Вы же все испортите. Сглазите своим дурным докторским глазом. А вообще-то у меня нет ключа. Ключ у короля. Она хранит его в секретном месте. Между Питером и державой. Ох, тяжело, Ватсон. И что вы говорите, Холмс? Я говорю, тяжелое бремя ответ. Холмс, вас к телефону. А вы что, не видите, что я на посту? Подойдите и снимите трубку. Алло? Что? Холмс, это вам звонят из Букингемского дворца. Вас срочно туда вызывают. А зачем? Мистер Холмс. Королева хочет вручить вам за заслуги большой тяжелый орден подвязки. Да? Да. Так что вам нужно торопиться, поскольку за вами выслан кэп с высокими ступеньками. Нет, не сметь! Они что хотят, чтобы я получил грыжу? Выговор от лорда-канцлера. Ехать через весь Лондон с такими ценностями в кэбе. Да-да-да-да-да, я вас понял. Я им так и передам, что вы их имели в виду, да? Алло, мистер Холл? Нет, ни в коем случае. Передайте им, что я не буду. Да-да-да-да-да-да. Алло, мистер Холл сказал, что он немедленно будет. Да-да. Вот. Мистер Холл, а как же вы немедленно будете? Через секретный подземный ход. Да, Ватсон, вы даже не догадывались, что у нас под столом прямой подземный ход в Букингемский дворец. Да, это личное распоряжение короля. Ух ты, Холмс, а можно мне тоже посмотреть, а? Вы что, Ватсон, ни в коем случае, это же государственная тайна. Закройте глаза и выйдите из комнаты. Ну хорошо, хорошо. Никто не должен знать, где у нас под столом секретный подземный ход. Да, кстати, если кто меня будет спрашивать, меня нет дома. Я в Букингемском дворце. Добрый вечер. Мистер Холмс. Только что убыл в Букингемский дворец за орденом. А вы что, хотели ему что-то передать? А? Да. Я хотел передать ему этот секретный пакет. Тяжелый зараз. Подержите. О, какая приятная неожиданность. Мистер Холмс, мне сказали, что вы в Букингемском дворце. Я уже вернулся. И это очень кстати. Мистер Холмс, за особые заслуги в деле спасения национальных ценностей королева наградила вас своим огромным, увесистым, надкаминным портретом. Прошу. Ой,
передайте королеве мое сей. Обязательно. Берите. Что? Портрет? Или вы отказываетесь? О, нет! Бог же храни короля! Поставьте ее на пол. Что? Холмс, будем делать вид, что я этого не слышал. Что? Вы не знаете пятого параграфа всебританского уложения о надкаминных портретах королевы? Всякий, кто поставит надкаминный портрет королевы на пол, тут же получает 10 лет каторги. Вы не расслышали, инспектор. Я говорю, поставьте его на стул. Вы меня в тюрьму. Вы что, не знаете шестого параграфа всебританского уложения о надкаминных портретах королевы? Всякий, кто поставит надкаминный портрет королевы на стул, тут же получает 5 лет каторжных работ. Так поставьте его на стол. Хом! Что? Вы что, не знаете седьмого параграфа? Ну? Всякий, кто поставит на стол. Ну, я знаю, понял, сколько? 3 года. Условно? Нет. Что ж тогда делать, инспектор? Согласно первому параграфу того же уложения, всякий, кто награжден большим надкаминным портретом королевы, обязан тут же его поесть. О, всего-то! Итак, Ватсон, вам выпала великая честь повесить большой надкаминный портрет королевы. Параграф 10 того же уложения гласит, всякий награжденный обязан самолично повесить портрет. Иначе, как сами понимаете, годик-другой каторжных работ вам с Ватсоном обеспечен. Придется вам самому. Да, но у меня же нет лесенки. К сожалению, придется отложить это дело до завтра. Стремянка. Да. Видите, Холмс, как все удачно складывается. Наверное, у вас сегодня счастливый день. Вешайте. А вы все уже повесились, черт возьми. Прошу, миссис Хаус. Здравствуйте, самый ловкий сыщик всех времен и народов, Шерлок Холмс! Алло, здравствуйте! Это Мартышкин, телевидение. А вчерашний, тот самый клоун. Почему клоун? Я комик. Ну, неважно. Я хотел спросить, у меня вот тут на руке вопрос наболел. Вы вчера вручали мне чемодан. Не-не, что вы, шикарный чемодан. Да, потрясающий. Только вот скажите, как он открывается, отстегивает? А, и все? Спасибо! А то думал, вечно буду с ним ходить. Что они сказали? Сейчас принесут ключи? Нет, Юра, это Эврика! Это потрясающе! Чудо 20 века! Оказывается, когда закрываешь, нужно сказать кодовое слово. Он запоминает слово и голос. Если ты воспроизводишь опять слово и голос, он открывается и наручник отщелкивается. А, ну а что это за слово? Ой, господи, я забыл, какое слово я сказал. А когда ты его закрывал? А вчера. Вчера, когда они мне вручали. Ну так подожди, он сегодня открыт был. Правильно, значит, я сегодня случайно сказал слово, когда входил кодовое. А какое кодовое я забыл? Ну а как мы определим, как это какое слово? Ты же когда входишь, ты же 1000 слов в минуту говоришь. Мы никогда не определим. Ты лучше вспоминай, какое, что ты говорил, когда ты его вчера закрывал. Я вчера? Ну а зачем ему вспоминать? Конечно, он сказал. Спасибо. Точно, Валя. Спасибо. 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 Пожалуйста. Какое же это может быть слово? Давай вспоминай, вспоминай. Потому что смотри, у нас 1 минута до сериала осталось. Сейчас так же пойдешь с этим чемоданом. Нет, 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 ребята, что угодно, только не с чемоданом. Сейчас я вспомню. Мы вчера, когда я получал, что-то выпивали. Если мы выпивали, значит, я что-то под рюмку сказал. Ваше здоровье! Ваше здоровье! Ваше здоровье! Ну, не получается, что... А может быть, ты сказал, это хорошо пошла? Хорошо пошла! Хорошо пошла! Хорошо пошла! Нет, ты когда пьешь, всегда говоришь один и тот же тост. Дай бог не последнее. Стоп, спасибо. Дай бог не последнюю. Дай бог не последнюю. Дай бог. Да ничего тебе бог не дал. Ни ума, ни фантазии, ни черта.
Все, время вышло. Давай, бери свое больное и пошли играть. Не-не-не, ребята, только не кумая. Куда еще вы там попросите? Ну, ребята, давай, выбросите давай, меня из сценария. Это нелогично. Куме, здравствуйте, добрий день. Не понял, а куди ж ви зібралися, а? Пойду, куме, в мандрі, в які-небудь папуасові степі. Як Миклухо Приживальський буду шукати кобил, а потім продавати. Ой, та що ж ви брешете, куме, а? Які там мандри? Кажіть, кажіть чесно, що з вами трапилось, а? Ну, якщо чесно, куме, то жінка мене з хати вигнала. Тю, куме, а за що, а? Каже, що я її задовбав. Та коли ж ви мені довбати, га? Ну, коли ж ви цілий день у шинку сидите, га? Та не тільки в день, куме. Я її вночі теж не чіпав. Бо у мене після шинка ночі тіпалка, і гикалка, і сверблячка. А вона, неблагодарна, взяла і вигнала. Так, куме. Ей, не цінують наші баби гарного відношення. Ваша правда, куме. От ми з нею майно і розділили. Вона взяла собі всю нерухомість, тобто, ну, хату там, рай, огород. А я забрав собі рухомість, тобто, тачку і ось баула за хмотка. Ой, куме, і що ж ви тепер будете робити, бідненькі ви моя? Що робити, куме? От зараз у вас поживу, а там видно буде. Що? В мене? Та ви що, куме? В мене ж не можна. Мені би тільки де голову притулити. Куме, та ви що? Ви ж головне забули, а? Ми ж з вами на сестрах женаті, а? Ну, а яблунько ж от яблуні око не виклює. Так що не йдіть, бо моя жінка вас вижене. Ну, і солідарність. Куме, а що ж мені тоді робити? Куме, а ви у шинок ідіть. А чого в шинок? Ну, а що, ви ж там все одно пусті, що живете, куме. Там же ж і горілочка вам, і закусочка. В общем, не життя, а прямо тобі рай і собі. Спасибі, куме, за пораду. Куме, завжди радий помочь. І завжди радий вас видіти. Тільки ж не сильно так час. Добрий день цій чесній компанії. От клята каторга, як вона мене занепастила. Слухайте, шинкар, дайте мені 500 за упокій моєї душі. Вах, вах, вах. Судя по дозі, у вас щось произошло. Ой, не кажіть. Жінка з хати вигнала. Надо же, оказывается, у вас есть и хата, и жена. И я вижу кое-какое имущество. А я вас всегда считал люмпен-пролетарием. Ваша правда, пане Кличко. Бо жінка мене так люмпить, що я ж пролетарій. Але по неї я не жив. Ні, жити просто нема де. Пане шинкарю, а давайте я у вас поживу, а? Де? В шинке? А що? Місце як місце, навіть красивіше, ніж хата. Нет, боюсь, що це категорично невозможно. А чого? Потому що це шинок. Правильно. А шинок – це звучить гордо. А ви хочете зробити з нього какой-то начешка? Ага, діду. Вон идите к фельдшу, пусть он вас в санчас положит. Что? Ой, спасибо, пане шинкарю. Пане фельдшеру, давайте я у вас поживу. Ай, ты, господи, пане фельдшеру, помогите. Дорогуша, вы моя, я, конечно, могу вас положить в санчасть, но с одним маленьким условием. Да я сгоден, сгоден! А что ж треба робити? Для того, чтобы лечь в санчасть, вам нужно заболеть. Что? И желательно тяжело. Поэтому
не мойте руки перед едой, пейте воду из лужи, ешьте падаль. И главное, не пользуйтесь предохранительными средствами. О, не, пан фельдшеру, я не согласен. А что я могу сделать? А вдруг приедет ко мне проверяющая комиссия, а у меня в санчасти лежит совершенно здоровый бомж. Может быть, вы хоть руку сломаете? Ну, пожалуйста. Ай, да не мне, себе. А, себе? Спасибо. Знаете что? Вообще в санчасть не приходите. А чего это? А от того, что у вас там теща работает. Господи, я не забыл. Обложили демоны. Куда не сунься, везде эта семейка. И везде ее... Чего пальцы стоят и норовят тебя так? За яблочко взяли. Ой, за саму яблочко. Что бы не поробити? Піду я по диспетчеру тепер далі мандрувати. Скатертью дорожка. Куми! Куми! Кум! Що таке? Куми! Та подождіться, йомою, я вам розкажу. Та що ви мені скажете? Ой, куми, ну мені ж так соромно стало, ото коли я вас одного на вулиці залишив, а? А що, я можу у вас пожити? Та почекайте, куми. Ото ж я думаю, що ж це мій бідний кум буде ото по чужих хатах тинятися? Це ж неподобство. Точно. А що ви можете з цим зробити, а? Куми, та я вже зробив. Ото ж я пішов до жінки, кажу. А ну, відьмо, бігом піши до сестри, кажи, нехай мого кума назад додому пускає. А вона що? Та почекайте ви, куми. Ну, тут, значить, і теща з додому приходить. Ну, я їй кажу, ах, це ви гарпина, Естапіна. Таких от доньок, ото на світ повираждали. Ну, це ж разві жінки, це ж не жінки. Це ж гітлери у спідницях. Так що, кажу, збирайтеся і біжіть, повертайте мого куму назад додому. А інакше ж я за себе не ручаюся. Я ж з першої п'янки вас усіх троїх і приб'ю. А потім вижену з дому ото голяком. Короче, куми, построїв я їх, обпотюкав, то все розказав, як ото треба правильно жити на світі. Ух ти! Куми, і чим та революція скінчилась? Та повним успіхом, куми! Ура. Тепер ми з вами вже ніколи ж не розстанемося. Ой, спасибі, куми, я тепер можу до хати повертатися. Та ні, куми, ото вас, коли жінка з хати виганяла, вона вас куди послала? Ну, сказали, йди на... О! Тепер нам, куми, з вами по дорозі. Зміна закончена. Всім спасибо. Прикрутились, Юрка, ты смотри, как смешно. Жаркий сегодня выдался денек. Прямо жалко, что он заканчивается. Да-да, можете закрывать эту дверь. Мы выйдем через ту. Ну что, ребята, пора по домам. Куда по домам? А я куда по домам? Может, тебе, Мартышкин, грузовичок? Лёш, ну это не смешно. Знаешь, что, Мартышкин, там на полочке стоит словарь русского языка. Там всего лишь 50 тысяч слов. И одно из них кодовое. Так что возьми его, посиди, побеседуй с чемоданчиком. Время до рассвета много. Я побеседую, я ему все скажу. О нем и его японской матери. Знаешь, от чемодан? Ты козёл! Ну, нифига себе! Конечно же, козёл! Как ты сразу не догадался? Когда их менеджер подошёл ко мне и сказал, что у них нет денег, чтобы расплатиться, я сказал, что он козёл. Ну, не сдержался, выпивший. Да, неказистым оказалось то первое слово, которое этот чемодан услышал на нашей территории. Что он теперь подумает о нашей интеллигенции? Ну, как говорится, дай бог не последний. Спасибо. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Пошли, пошли домой. Мужики, что вы копаете? Открывайте дверь. Так с удовольствием, кто против? Дверь закрыта. Она ведь никогда не закрывалась. Мартышкин! А, это
же я вам забыл сказать, что эта фирма мне еще дверной замок подарила. Самый надежный в мире. Теперь в нашу гримерку сложнее будет войти, чем в нацбанк. А что, не открывается? Козел! 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 Мартышкин! Мартышкин! Вася, здоровье! Вася, здоровье! Спасибо! 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 Ебан не опускай! А чур я на диване сплю?